Ребята, всем привет! Наконец-то мы дождались. Долгожданная встреча с подписчиками «Имхо-видео» в этом году пройдет на зоне отдыха «Заречья». Это Троицк, Новая Москва. Состоится она 21 августа в 13:00. Так что ждем всех подписчиков на этом чудесном острове. Находимся на острове. У нас с двух сторон река Десна здесь. И вот эта часть острова, туда примерно метров 200. Все арендованное. Мы арендовали вот эти и большие беседки, и дальше там поменьше. Пойдем прогуляемся, покажем. У каждой беседки есть мангалы. В общем, здрасте. Мы здесь оцепим вот так вот ленточку, натянем. И вот до этой березки, как по мостику прошел, получается, с левой стороны вся эта часть острова будет в нашем распоряжении. Будем тусить, отдыхать, вкусно готовить, развлекаться. На встрече планируется огромное количество людей. Это как и обычные люди, так и блогеры, кулинарные не только. Во всяком случае, многие писали, что хотели приехать. Поэтому, если у кого есть желание что-то поготовить, привозите с собой какие-то столики, может быть, шампура, потому что на всех этого может не хватить. Также можете привезти какой-то казан небольшой, но обязательно с печкой, так как разведение открытого огня здесь на острове запрещено. То есть готовиться все будет либо в грилях, либо на мангалах, которые есть, либо в казанах, но вы их привозите, потому что у нас их нет в таком количестве. Ну а если вы не кулинарный блогер, а просто любите повеселиться, может кто-то умеет играть на гитаре или спеть какую-то песню, здесь у нас также будет электричество. Мы привезем колонку, мы привезем микрофон. Единственное, привозите также какие-то инструменты, кто на чем играет. Можете с удовольствием сыграть, спеть для всех, это будет очень круто, это только приветствуется, ну вообще. Бюджет Имхо у нас ограничен, поэтому в этом году, как и в прошлом, собираем чисто символическую плату по 500 рублей с взрослого человека. Дети, естественно, бесплатно, так что если вы приедете с детьми, то за детей ничего платить не надо. Входить будет бесплатно, это безалкогольные напитки, чай, какие-то, может быть, сладости и также вся еда. Алкоголь, ребят, каждый, что пьет, приносит с собой, привозите с собой. Ссылочки, как оплатить, все будут внизу в описании. Можно оплатить как и на карту, так и на PayPal, также на донат и на QR-код. Все внизу под этим видео, все способы оплаты. И с оплатой, поэтому тоже не затягивайте. Оплата будет приниматься примерно до 18 числа, до 18 августа, так как нам надо понимать, сколько будет людей и сколько чего покупать, потому что нам это необходимо знать, иначе как все это, как к этому подготовиться. На встречу можете приезжать всей семьей, также для каждого найдется занятие, как говорится, по интересам. Если любите половить рыбу, здесь бесплатная рыбалка, куча вот таких мостков. Люди ловят, не знаю, что-то ловят. Уточек можно покормить, кто с детьми, там и лебеди плавают, да. Дальше вот в той части острова, получается, ну это надо чуть-чуть вокруг обойти, можно арендовать лодку, покататься там на часик, на два, катамаран. Также есть огромная детская площадка, так что детям тоже будет чем заняться. Так что приезжайте все с семьями полными, ждем всех. Ну а кто к нам собирается с других городов или с других стран, даже приезжали на предыдущие встречи, можете уже заранее бронировать. В Троицке есть как посуточные гостиницы, но я думаю, это легко найти, просто снять там гостиницу или квартиру посуточно, город Троицк, город Москва, найдете. Либо гостиница «Анри» есть неподалеку, здесь буквально километра 3, наверное, вот отсюда, от зоны отдыха «Заречья», так что можно, я не знаю, там на такси за 5 минут доехать от гостиницы до сюда или наоборот. Подъезда на зону «Заречья» 2, есть нижний, прям за рекой сразу, есть верхний. Здесь есть стояночки наверху, где можно припарковать машины. Заходите вот сюда, сразу же с правой стороны у нас туалет мужской, женский, волейбольная площадка, и идете по прямой, вот как люди пошли. Вот слева наш остров, метров 200 прямо, и налево на мостик попадаете на остров. Ну, здесь сразу тоже лебеди вас будут встречать, не ошибетесь. Ну и, в принципе, любой человек подскажет, что спросите, где остров на зоне отдыха «Заречья», здесь знают все. Также и охрана есть, поэтому не ошибетесь, не промахнетесь. И нас будет много, все равно вы это увидите. А добраться своим ходом можно от метро «Теплый стан» до остановки «Фабричная», либо «Комбольная фабрика». Увидите здесь зоомагазин, ветеринарный центр, также «Пятерочка» и магазин «Мираторг», где можете купить необходимые для вас какие-то напитки или все, что вам нужно будет. И также по оплате, ребят, не забывайте, кто уже уверен на 100%, можете оплачивать. Мы составим списки, пишите вашу фамилию и количество человек. Мы все напишем в списке и будем понимать, чего и сколько нам покупать. Ну а дальше от остановочки пешочком вот в ту сторону, здесь 10 минут пешком до места. Кто поедет на автомобилях, просто забивайте «Троицк», зону отдыха «Заречья», и навигатор приводит вас туда. Все, всех до встречи, всех ждем 21 числа в 13:00, все ссылки внизу в описании.
Всем пока. И чуть не забыли, конечно же, ребят, нам нужны будут помощники, потому что вдвоем нереально будет туда затащить все оборудование, все продукты и так далее, столы. Поэтому, кто может, напишите в личку, кто сможет подъехать пораньше, к 10 утра 21 числа в этот же день. Напишите, также оставим там на соцсети, либо мне ВКонтакте, либо в директ в Инстаграм пишите, кто сможет. Огромное вам спасибо, ну, как бы помощники нужны, поэтому, кто откликнется, пишите, будем только очень рады, спасибо.